главное предложение только сегодняшнего дня. Что же актуально каждой зимой и о том, о чем мы думаем каждый раз, когда выходим из дома? Конечно же, о верхней одежде. Она очень имеет большое значение для нас, а требования к ней очень строгие. Поэтому наш телеканал решил порадовать самых красивых дам и сегодня предложить нам изделие до 70-го. Не так давно было главное предложение дня всего лишь до 62-го. И многие наши императрицы сказали, а как же я? Поэтому сегодня мы можем выбрать куртку и для вас тоже. От 60-го до 70-го представлены у нас с вами предложения. Данное изделие выполнено со стойкой воротником, плавно переходящей в капюшон. Красивая эффектная стежка, которая миксуется между ромбовидной и горизонтальной. Также внутри находится утеплитель HoloFiber, один из самых высокостойких и износостойких современных утеплителей, позволяющий нам с вами носить куртку более легкую, а согреваться максимально теплом до минус 25 градусов. Также будет представлено у нас с вами 4 эксклюзивных цвета, очень спокойные, элегантные, а значит подойдут для каждой дамы. Вот такой глубокий тиловый цвет, бирюза будет называться в заказе, вы видите сейчас на Анне. Она вам демонстрирует как раз-таки стартовый размер, 60-й. Также мы с вами можем бежевый выбрать для себя предложение. Мне очень нравится бежевый оттенок. Я вот маме в прошлом году куртку подарил в бежевом цвете. Красивый, эффектный серый цвет. Видите, вот у меня более светлый пиджак, а здесь более темный, красивый, такой благородный. Ну и, конечно, завершит палитру самый, пожалуй, классический. Это синий оттенок куртки. Рукав реглан. Уже как подсказка, что дистанционно очень будет удобно заказывать для вас, любимых. Давайте теперь выбирать. От 60-го до 70-го. Выбираем и меряем. Так, у меня здесь 62-й есть. Да, у меня все образцы здесь 62-го размера. Давайте их замерять. Стойка-воротник у нас с вами у капюшона козырек 9 сантиметров. Высота капюшона 50 сантиметров. В глубину до затылочной части в полуобхвате 30, общая 60. Рукав реглан, поэтому меряем только с вами предплечье 25-26, то есть достаточно расширенная конструкция. По груди 62 размер куртки у нас с вами 70, то есть 140. И сразу померяем бедра и минуя талию, потому что здесь округлая форма куртки. 71-72 в полуобхвате. То есть данное предложение. Анна у нас обладательница размера 52. На ней сейчас стартовый размер 60. И я хочу предположить, что по замерам и судя по всему, это европейский размер, который нужно перевести на русский. То есть, по факту, 62-й я вот делал замер, это размер 58-й. Если 60-й, значит, это 54-й размер. То есть, получается, у нас куртка 54, 56, 58, 60, 62, 64, до 64-го. Здесь надо будет уточнить. То есть давайте еще раз вам напомню то, что 62 размер я мерил, грудь 140, по бедрам получается у нас с вами 144 сантиметра. В полуобхвате рукав идет достаточно свободен, свыше 50 сантиметров. Рукав реглан вместо вточного и капюшон со стойкой воротником и козырек 9 сантиметров. Бирюзовый, бежевый, серый и темно-синий. Давайте поговорим о самом главном. Для любой куртки и самый главный критерий – это, конечно же, ее согрев. Какой бы ни была бы красивая куртка, если она не согревает, то она бесполезна. В современных технологиях есть достаточно много утеплителей. Самые распространенные – это евросинтепоны, синтепоны. А сейчас, на данный момент, на рынке самым эксклюзивным утеплителем является у нас с вами Технофайбер или Холофайбер. Этот продукт очень хорошо согревает, дает возможности не в большом граммовке укладываться в само изделие и при этом достаточно хорошо согревать человека. Вот я сейчас тоже 62-й примерил размер. И мне кажется, это как раз-таки вот 58-й. Вот смотрите, как она сзади ложится таким специальным куполом. Она более уплотнена по спинке, там, где чаще всего задувает. Более активная конструкция рука. Миниатюрный передник
и легкая асимметрия. То есть, если у вас есть животик, пышная грудь, давайте сейчас ее сымитируем. Оп. То есть здесь достаточно удобно, вам будет комфортно. Вот эти вот молнии, они не функциональны, просто несут дизайнерский прием. Вы видите рядышком со мной графику, которая происходит процессы внутри самой куртки и вашего организма, которые дают возможности выпускать в парообразном состоянии воздух, но не пропускать холодный воздух в обратную сторону. То есть циркуляция естественного воздуха от вашего тела идет, а вот мороз и холод к вам не подходит. Здесь также есть манжетки на рукавах, что обеспечивает возможности комфортно зафиксировать, например, перчатки. И вот такая красивая зимушка-зима, которая, кстати, в Москве сейчас очень симпатична. Надеемся, что и 31 декабря будет также заснежено и красиво. Но в любом случае верхняя одежда вот такого формата удобна. Если вы городская дама, либо вы очень активный образ жизни, водите автомобиль, ездите часто на транспорте, не все любят длинные большие пуховики. Кто-то любит более укороченные конструкции. В данном случае данная модель куртки просто идеально подходит. Во-первых, она закрывает ягодицы, во-вторых, она достаточно удобна. Архангельс, Ирина Дворецкая. Этот пуховик идеальный вариант, модный, теплый, практичный. Да, это действительно так, она покроена по современной тенденции. Достаточно современная конструкция кроя, такой в виде кокона. Спинка немножко отведена от затылочной части, тоже не просто так. Это как раз-таки специальная особая формула кроя для того, чтобы получить вот этот комфорт воздуха, такой, знаете, с защитной шапкой. Бирюзовый цвет, такой темная морская волна, вы видите сейчас на Ане. Также есть классический черный цвет, серый и бежевый оттенок. 6999 рублей. То есть это цена за утеплитель, который согревает до минус 25 градусов. При теплой погоде можно, ой, точнее, при теплых сочетании свитеров вы можете носить и до минус 30. Это красивая укороченная куртка до 60 размера, до 70 размера.